Я Андрей Нариманов, и сегодня у нас с вами пройдет веб-семинар о маршрутизации, о некоторых аспектах маршрутизации IP-трафика. Надо отметить, что семинар этот родился из решения довольно-таки частной задачи, которая встала передо мной, когда я начал проектировать лабораторную сеть, и была задача сделать так, чтобы как можно меньше приходилось посещать серверную, где стоит оборудование, не трогать там провода, не топтаться по ним. И вот, собственно говоря, из такой задачки появились довольно много интересных вопросов, которые вам я сейчас постараюсь осветить. Соответственно, прежде чем мы перейдем непосредственно к изучению стоящих перед нами задач, я хотел бы обратить ваше внимание на вот эту знаменитую пирамиду компании Cisco Systems, которая представлена на слайде. Я думаю, что все, а может быть не все, но по крайней мере многие из вас знают эту пирамиду, встречали ее. Эта пирамида демонстрирует систему повышения квалификации компании Cisco Systems, которая в основном состоит из трех уровней. Самый младший — Cisco Certified Network Association, в промежутке Network Professional и наверху Cisco Certified Internetwork Expert, наивысшей квалификации компании Cisco Systems. На эту пирамиду я хотел бы обратить ваше внимание по следующей причине. Когда вы выбираете направление повышения своей квалификации в рамках телекоммуникаций, начиная с самого нижнего уровня, перед вами стоит выбор различных специализаций, которые также приведены на этом слайде. Вы можете специализироваться в направлении безопасности, в направлении IP-телефонии, в направлении сервис-провайдер, дата-центр, беспроводные сети. Но какое бы направление для своего профессионального роста вы не выбрали, все равно в основе всего этого в любой сети, в которой работает стек TCP/IP, по крайней мере, самое главное — это обеспечение механизма, который на английском языке называется connectivity. На русский язык я его корректно и коротко перевести не сумел, но суть состоит в том, что после того, как вы настроили вашу сеть, в начальный момент все адреса в этой сети должны быть доступны со всех других адресов. После этого вы по соображениям безопасности можете какие-то адреса закрывать. По соображениям более надежной передачи конкретных типов трафика вы можете ставить quality of service. Можно много чего делать, но connectivity всегда — это первая задача, которую вы должны решить в любой сети. Ну и, соответственно, все вопросы, которые связаны с проблемами connectivity, описаны и изучаются в направлении, которое называется Routing Switching. Поэтому, какую бы специализацию вы себе не выбрали, Routing Switching вы должны знать очень хорошо. В этом случае все другие направления вам дадутся гораздо легче. По крайней мере, и я, и мои коллеги, которые имеют статус интернетворк-экспертов в различных направлениях, рано или поздно приходили к тому, что получить квалификацию CCIE Routing Switching — это практически очень полезно, а в некоторых случаях даже и необходимо. Ну вот, после такого введения мы перейдем к изучению, собственно говоря, нашей задачи. Задача эта появилась из схемы, которая представлена перед вами на слайде. Это схема лабораторной сети, с которой я работаю уже достаточно много лет. Как я уже вам говорил, я являюсь инструктором по оборудованию и программному обеспечению компании Cisco Systems вот уже в течение, порядка, по-моему, лет 19, если я не ошибаюсь. И, соответственно, поскольку я инструктор по Cisco, то я читаю различные курсы от компании Cisco Systems по различным специализациям. И по специализации роутинг, свитчинг, и по специализации security, и по специализации IP-телефонии. Вот. И по специализации сервис-провайдерс тоже. В связи с этим появилась необходимость создать максимально универсальную сеть, которую можно без больших переделок использовать для проведения самых различных курсов. Вот в результате долговременной работы методом проб и ошибок у меня получилась примерно вот такая сеть, которая представлена перед вами на слайде. Значит, особенности ее состоят в том, что, во-первых, в нее включено основное оборудование, которое используется в различных лабораторных работах по различным курсам. Это, соответственно, конечные устройства. В качестве конечных устройств используются рабочие станции, IP-телефоны и IP-видеокамеры. На этом слайде показаны только рабочие станции, просто для того, чтобы не засорять слайд. На самом деле все эти конечные устройства в моей лабораторной сети присутствуют. Все они подключаются к коммутаторам. В лабораторных работах используются коммутаторы уровня 3, но они в некоторых случаях могут работать как коммутаторы уровня 2, а в других случаях как коммутаторы уровня 3. Коммутаторы подключены к фаерволам Adaptive Security Appliance 5510, а те в свою очередь к маршрутизаторам, это 2901 маршрутизатор. Если вы посмотрите на схему, то вы увидите, что любая рабочая станция может обратиться к любой рабочей станции или к серверам, которые размещены в VLAN 100 двумя способами. Первый способ – это с рабочей станции на коммутатор, с коммутатора на фаервол, с фаервола на маршрутизатор. А второй способ – с коммутатора непосредственно на соседний маршрутизатор, минуя фаервол. Сделано это было потому, что в некоторых случаях мне нужно было, чтобы мой трафик инспектировался фаерволом, а в других случаях, наоборот, это мне было не нужно. Поэтому для любого конечного устройства имеется два пути для достижения любого другого конечного устройства в лабораторной сети. Естественно, в этой схеме нужно было каким-то образом включить маршрутизацию. Все вы знаете, что, по крайней мере, я надеюсь, что все вы знаете, что маршрутизацию на оборудовании компании Cisco Systems можно включить двумя способами. Таблицу маршрутизации можно заполнить с помощью написания статических маршрутов, либо использовать динамические протоколы маршрутизации, если говорить точнее, динамические протоколы обмена маршрутами, роутинг-протокол. Соответственно, использование статической маршрутизации я в своей практике стараюсь избегать. И пошло это еще с тех времен, как я готовился к лабораторной работе для сдачи экзамена Cisco Certified Internetwork Expert. Там во всех рекомендациях компании Cisco Systems строго указывает, что статические маршруты надо использовать только в одном случае, когда без них нельзя обойтись. Если без статических маршрутов можно обойтись, надо обходиться без них. Вот с тех пор уже прошло много лет, лет 15, но я эту рекомендацию запомнил и стараюсь ей следовать. Поэтому в лабораторной сети нужно было включить один из протоколов. Либо протокол, который разработала компания Cisco Systems, так называемый проприетарный протокол Cisco, который называется Enhanced IGRP, EIGRP. Либо стандартный протокол, который используется всеми производителями, ну или, по крайней мере, должен поддерживаться всеми производителями, это протокол OSPF. В число IGP протоколов входит еще один протокол, который называется ISIS. Однако мы его рассматривать не будем, поскольку ни в России, ни в Европе он не применяется. Это один момент. А второй момент состоит в том, что он по своей структуре и работе аналогичен протоколу OSPF. Поэтому, если у нас используется OSPF, то никакого смысла рассматривать ISIS я не вижу. Соответственно, на этом слайде показано сравнение двух протоколов. Обычно, когда я веду курсы по роутеру, слушатели часто спрашивают, каким протоколом лучше воспользоваться, Enhanced IGRP или OSPF. Значит, ну вот на этом слайде сравнение этих двух протоколов приведено. Протокол OSPF имеет то преимущество, что он стандартный, то есть поддерживается всеми производителями, в отличие от протокола EIGRP, который поддерживается только компанией Cisco Systems. Но с другой стороны, у EIGRP преимущество состоит в том, что он прост в проектировании и в использовании в сетях самой разной топологии, чего нельзя сказать об OSPF. Он сложен как при проектировании OSPF домена, так и при использовании. И поэтому выбор между этими двумя протоколами или рекомендации по выбору мне было делать достаточно сложно до тех пор, пока я не столкнулся с одной особенностью, которую поддерживает протокол OSPF и не поддерживает протокол Enhanced IGRP. Это технология, которая называется MPLS Traffic Engineering. В этой технологии есть различные возможности, но в данном случае мы говорим только об одной. О возможности распределения IP-пакетов по каналам с разной пропускной способностью, пропорционально пропускной способности этого канала. Никакой другой протокол, никакая другая технология таких возможностей не имеет. То есть, если у вас имеется два параллельных канала, один с пропускной способностью, допустим, 100 мегабит в секунду, а у другого пропускная способность будет 528 килобит в секунду, то технология MPLS Traffic Engineering позволяет весь ваш трафик распределить по обоим этим каналам пропорционально их пропускной способности. В медленный канал отдать мало трафика, а в быстрый канал отдать много трафика. Это очень хорошее свойство. Однако, если вы хотите реализовать его поддержку, в вашей сети должен работать протокол OSPF или протокол ISIS. В этом случае MPLS Traffic Engineering поддерживается. Протокол EIGRP его не поддерживает. Ну и отсюда сразу же следует вывод о преимуществе протокола OSPF перед протоколом EIGRP, имея в виду IGP протоколы, Interior Gateway протоколы, то есть протоколы, которые используются в корпоративной сети. Ну и коль скоро мы для своей лабораторной сети выбрали протокол OSPF, то дальше мы должны приступить к проектированию OSPF домена. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что протокол OSPF, как любой современный протокол маршрутизации, предназначен для работы в больших сетях. Большая сеть с точки зрения маршрутизации – это сеть, которая включает в себя сотни маршрутизаторов. В этом случае для того, чтобы уменьшить обмен служебным трафиком, весь домен разбивается на некие области. Соответственно, в протоколе OSPF эти области называются area. Это просто и понятно. А вот дальше начинаются сложности, которые состоят в том, что area, области в протоколе OSPF неравноценны. Имеется магистральная область, которая всегда имеет номер 0. Backbone area или магистральная область, или core area, как угодно ее можете называть, она всегда имеет номер 0. И, соответственно, все остальные области, которые называются regular area, могут подключаться только к area 0 и никак иначе. То есть, если вы хотите соединить area 2 и area 1, как показано на этом слайде, вы эти области обе должны подключить к area 0. Соответственно, коль скоро области у нас не одинаковые, то и маршрутизаторы, которые находятся в этих областях, также не одинаковые. Соответственно, у нас имеются маршрутизаторы разных типов. У нас могут быть маршрутизаторы internal. Это маршрутизатор, у которого все интерфейсы находятся в регулярной области. Маршрутизатор может выполнять функцию Area Border роутера IBR в том случае, если хотя бы один его интерфейс находится в Area 0, а другие интерфейсы находятся в других областях. И коль скоро маршрутизаторы у нас не одинаковые, то и маршруты, которые они генерируют, также не одинаковые. На самом деле в протоколе OSPF нет даже такого понятия, как маршрут. Есть понятие Link State Advertisement, LSA. И вот эти самые LSA, в зависимости от того, какой маршрутизатор их генерирует, бывают разных типов. Соответственно, internal роутеры генерируют LSA типа 1 и 2, Area Border роутеры IBR генерируют маршруты типа 3 и 4. Ну, бывают еще ISBR, которые генерируют маршруты типа 5. Бывают специальные области, но нас интересует в данном случае только LSA типа 1 и 2 и, соответственно, LSA типа 3 и 4. Если вы посмотрите на данный слайд, на нем приведены IP-адреса, которые используются в лабораторной сети. И видно, что эти адреса можно разделить на две группы. Адреса, которые принадлежат частным сетям, 10.1.1.0, 10.1.2.0, 172.19.1.0. И адреса, которые принадлежат публичным сетям 151.1.0. Соответственно, публичные адреса имитируют сети сервис-провайдеров. Частные адреса – это сети заказчиков. Вам должно быть понятно, что частные адреса в сеть с публичными адресами объявлять нельзя, поскольку вы получите гарантированно дублирование IP-адресов. Следовательно, частные адреса в динамических протоколах маршрутизации должны фильтроваться. Вот в протоколе OSPF фильтрация маршрутов осуществляется по-разному в зависимости от того, какого типа маршруты вы собираетесь фильтровать. Соответственно, поскольку фильтрация осуществляется по-разному для разных типов маршрутов, то и спроектировать OSPF-домен оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот на этом слайде, собственно говоря, представлена структура OSPF домена. Соответственно, OSPF домен создавался следующим образом. В данном случае у нас функции Area Border роутеров выполняет Firewall, что вполне естественно, потому что Firewall является пограничным устройством для подключения корпоративной сети к сети сервис-провайдера. И, соответственно, его интерфейс Outside, как правило, имеет адрес, принадлежащий публичной сети, а, соответственно, интерфейсы Inside, или, если у него еще есть DMZ-интерфейсы, как правило, имеют адреса, принадлежащие к частной сети. Но, поскольку у нас от каждого конечного устройства имеется не один путь, а два, то функции IBR, кроме фаерволов, у нас выполняют также и маршрутизаторы, что видно хорошо из этого слайда. После того, как мы сеть спроектировали, мы ее начинаем конфигурировать. И при конфигурировании этой сети мы сталкиваемся с проблемами, которые не изучаются в стандартных курсах, в частности, не изучаются в курсе ROAD. Пытаемся установить соединение по протоколу OSPF между фаерволом ASA-2 и коммутатором Switch 2. И наблюдаем, что эти два устройства между собой OSPF adjacency не устанавливают. Соответственно, для того, чтобы понять, почему они между собой не устанавливают adjacency, включаем команду на коммутаторе debug OSPF IP OSPF adjacency. И видим, что этот дебаг нам выдает следующее сообщение, что neighbor 2.2.2 имеет меньший размер МТУ на интерфейсе. И из этого делаем два вывода. Первый вывод. Если два соседних интерфейса, которые связаны друг с другом, имеют разный размер МТУ, то взаимоотношения по протоколу OSPF между этими соседями устанавливаться не будут. И второй вывод. Мы же специально значение МТУ не конфигурировали. Значит, на одном из устройств, или на фаерволе, или на коммутаторе, по умолчанию установлен разный размер МТУ. Следовательно, следующая наша задача — проверить, какие значения МТУ по умолчанию установлены на этих устройствах. Соответственно, для того, чтобы это проверить, используем следующие команды. На коммутаторе showrunning config include system. Значит, может быть, вы обратили внимание на команду SRI, которая не очень похожа на то, что я вам сказал. Showrunning config include. Дело в том, что я пользуюсь сокращениями команд, которые на устройствах компании Cisco Systems называются алиасы. Использование алиасов позволяет мне достаточно быстро и просто конфигурировать большое количество устройств и тратить меньше на это времени. Значит, по команде showrunning config include system я вижу следующий вывод этой команды. System MTU routing 1512. Таким образом, на коммутаторе по умолчанию установлено значение МТУ больше, чем 1500 байт. 1500 байт — стандартное значение для МТУ на интерфейсах. На фаерволе даю команду show interface inside include MTU и вижу, что значение МТУ на фаерволе стандартное 1500. Таким образом, причина, почему взаимоотношения между коммутатором и фаерволом не устанавливаются, становится предельно понятно. Разные значения МТУ. Надо полагать, что в данной версии iOS на коммутаторе 3560 компания Cisco Systems увеличила значение МТУ на 12 байт для того, чтобы увеличила размер кадра, потому что в кадр входит более длинный заголовок, увеличенный на значение 802.1q. Вот, ну, как бы кадром стало работать проще, а IP-пакетом стало работать сложнее. Ситуацию надо исправить. Соответственно, ситуация исправляется следующей командой в режиме глобальной коммутации, в режиме глобальной конфигурации маршрутизатора System MTU Routing 1500. После того, как я на коммутаторе даю эту команду, я сразу же вижу сообщение log message, так называемый, сообщение протокола OSPF, что взаимоотношения между двумя соседями из статуса loading получили статус full, то есть соединение по протоколу OSPF установилось и сосед был помещен в таблицу соседей. Таким образом, первая проблема разрешилась. Теперь вторая проблема, с которой столкнулись слушатели, которые работают с моей лабораторной сетью. Один из слушателей захотел подключить свою рабочую станцию к интернету. Если вы посмотрите на схему моей лабораторной сети, вы увидите, что рабочая станция подключается к коммутатору. Коммутатор подключается к фаерволу, фаервол подключается к маршрутизатору. В результате все они подключаются к VLAN-100. VLAN-100 смотрит в интернет. И, соответственно, для того, чтобы попасть в интернет, моя логическая сеть должна иметь маршрут по умолчанию, который выводит любые IP-пакеты на адрес 10.5.9.254. Соответственно, этот адрес смотрит уже в интернет. Ну, логично было бы сделать как? Написать статический маршрут по умолчанию IP-роута 000000000 через гейтвей 10.5.9.254. После этого этот маршрут редистрибутировать в протокол OSPF 25. Что и сделано было моим слушателям на маршрутизаторе R16, который имеет интерфейс, который смотрит в VLAN-100. После этого слушатель ищет этот маршрут на соседе R16, на маршрутизаторе R1, дает команду show IP-route 0000 и видит, что эта сеть на R1, что этот маршрут на R1 не объявляется. Хотя команда Redistribute Connected на маршрутизаторе R16 написана. Не объявляется она по той причине, что для того, чтобы маршрут по умолчанию объявлялся в протоколе OSPF, кроме команды Redistribute Connected, нужна еще одна команда. Default Information Originate. Как только эту команду он ввел, все соседи получили этот маршрут по умолчанию, что и показано на следующем слайде. На маршрутизаторе R1 show IP-route 000 показано, что этот маршрут имеется и он объявляется протоколом OSPF 25 с дистанцией 110. На маршрутизаторе R2, на маршрутизаторе R3 и на маршрутизаторе R4 эти маршруты также появляются. При этом у каждого из них, естественно, гейтвей разный. У R1 это 151.1.97, у R2 это 151.1.105, у R3 это 151.1.113, ну и так далее. Вот, таким образом, для того, чтобы в протоколе OSPF объявлялся маршрут по умолчанию, нужна, кроме команды Redistribute Connect, нужна команда Default Information Originate. Теперь Следующий момент, который связан с лабораторной сетью. Это момент, который описывает маршрутизацию в данной лабораторной сети. Для того, чтобы понять, какие проблемы возникают при маршрутизации в этой лабораторной сети, давайте рассмотрим ситуацию, приведенную на слайде, который у вас перед глазами. Значит, имеется IP Phone, который подключен к коммутатору Switch 1. Соответственно, этот IP Phone должен зарегистрироваться на Call Manager, который находится в VLAN 100. Соответственно, поскольку до VLAN 100 имеется два пути, и каким путем будет отправляться IP-пакет, описывается в протоколе маршрутизации, то возможна ситуация, которая представлена на слайде, который лежит перед вами. IP-фон посылает на Call Manager специальный запрос по протоколу Skinny для того, чтобы зарегистрироваться на этом Call Manager. Этот запрос проходит с IP-фона на коммутатор Switch 1. Коммутатор Switch 1 отправляет его на интерфейс Inside Firewall ASA 1. Firewall ASA 1 отправляет этот запрос на интерфейс Outside. Как только запрос с интерфейса Inside на интерфейс Outside Firewall прошел, Firewall открывает так называемую эмбриональную сессию. В данном случае это TCP-сессия на порт 2000, ну, это протокол Skinny. А эмбриональная, потому что она превратится в реальную только в том случае, если от сервера на этот запрос придет ответ. И придет он на интерфейс Outside и перейдет с него на интерфейс Inside. В данном же случае так не происходит. Маршрутизация в данной сети реализована таким образом, что когда Call Manager посылает ответ на Skinny запрос, этот ответ маршрутизируется не на Firewall, а на маршрутизатор R1. С маршрутизатора R1 он идет на коммутатор Switch 1, а с него сразу идет на IP-фон. Таким образом, на интерфейс Outside Firewall ответ на Skinny запрос не попадает. В этом случае эмбриональное соединение в реальное не превращается. Firewall разрывает сессию, и коннективити между IP-фоном и колл-менеджером не будет. Значит, я этот слайд привел вам специально для того, чтобы вы имели в виду, что если в вашей сети стоят фаерволы, то в вашей сети не должно быть асимметричной маршрутизации. Вот пример как раз таки асимметричной маршрутизации на этом слайде приведен. Фаерволы асимметричной маршрутизации не терпят. И, соответственно, вообще в асимметричной маршрутизации минусов гораздо больше, чем плюсов. Поэтому асимметричной маршрутизации надо избегать. Соответственно, следующая наша задача — исключить вот эту самую асимметричную маршрутизацию из OSPF сети. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать двумя путями. У нас имеется коммутатор, у этого коммутатора имеются два интерфейса. Интерфейс VLAN-12 и интерфейс VLAN-10. Здесь VLAN-1 стоит, но это опечатка. И интерфейс VLAN-10. Соответственно, по умолчанию стоимость каждого из интерфейсов для протокола OSPF одинакова. Метрика протокола OSPF равна единице, поскольку каналы и тот, и другой одинаковы и равняются 100 мегабитам в секунду. Я могу искусственно ухудшить метрику маршрута для интерфейса VLAN-10, использовав команду IP OSPF cost 1000. Соответственно, тогда этот маршрут станет хуже, и тогда мой коммутатор будет весь трафик, который приходит с IP-фона или с компьютера, всегда отправлять на firewall. Таким образом, можно влиять на метрику маршрута в протоколе OSPF. Соответственно, метрика маршрута в протоколе OSPF называется cost и равняется 10 в 8, деленное на пропускную способность канала в битах в секунду. Теперь, что касается фильтрации маршрутов. Я вам уже говорил, что маршруты в протоколе OSPF бывают разных типов. Если мне нужно фильтровать маршрут типа 3, то есть маршрут, который организуется Area Border Router, IBR, то этот маршрут фильтруется с помощью префикс-листов. Как это делается, представлено на слайде, который перед вами. На фаерволе у меня имеется конфигурация протокола OSPF. Соответственно, в этой конфигурации я пишу команду area 0 filter list prefix привод нет in. Что означает эта команда? Эта команда означает, что я буду фильтровать маршруты, которые описываются префикс листом привод нет, таким образом, что Firewall не будет объявлять эти маршруты в Area 0. Соответственно, этот префикс лист привод нет должен существовать. Он также приведен на этом слайде. Ну, в данном случае префикс лист привод нет у меня сделан универсальным. То есть любой из слушателей может использовать один и тот же префикс-лист. Значит, обратите внимание, списки доступа, префикс-листы и маршрутные карты можно использовать в двух целях. Первая цель – это фильтрация, вторая цель – это маркировка. Если вы используете один из этих инструментов для фильтрации, то в них должна стоять команда DENI – запретить. Если вы их используете для маркировки, то в них должна стоять команда permit. В данном случае фильтруют именно префикс-листы. Поэтому в них стоит DENI 172.19.1.0, префикс 24, G29. Это означает, что запрещена любая подсеть, которая имеет префикс 29, если этот префикс принадлежит сети с префиксом 24. Вот такой универсальный способ фильтрации. Запрещены сети 172.19.1.0, 10.1.1.0 и 10.1.2.0. Все остальные сети мне надо разрешить. Поэтому последняя строчка в префикс-листе permit 0000 префикс любой от 0 до 32. Соответственно, эта запись соответствует записи в access-листе permit any. Две эквивалентные записи. Таким образом, мой firewall будет получать частные сети, и он будет о них знать, но не будет их объявлять в публичный домен, не будет их объявлять на маршрутизатор R2. И половину задачи я решил. Но у меня остается еще одна половина задачи. Дело в том, что коммутатор у меня подключен непосредственно к маршрутизатору R1, минуя Firewall. И, соответственно, на маршрутизатор частные сети я объявлять не могу. Но в данном случае на маршрутизатор уже объявляются маршруты не типа 3, а маршруты типа 1 или 2. А эти маршруты фильтруются уже не с помощью фильтра листов, а с помощью маршрутных карт. И вот этот пример фильтрации представлен на следующем слайде. Маршрутная карта у меня создана route и фильтр. DENI 10, match IP адрес, префикс лист, привод. Route map, route F, permit 20. Соответственно, маршрутная карта route F выполняет функции, которые в предыдущем слайде выполнял префикс лист, привод нет. В 10 строчке она запрещает объявлять маршруты, которые описаны в префикс-листе «привод». Обратите внимание, что в данном случае префикс-лист «привод» служит не для фильтрации. Для фильтрации служит маршрутная карта, а префикс-лист «привод» служит для маркировки. Поэтому я уже префикс-лист создаю другой. В нем уже стоит не условие DENI, а условие permit. И коль скоро в нем стоит условие permit, последние строчки permit any в нем не надо. Поэтому он получился несколько покороче, чем предыдущий префикс лист. И эту маршрутную карту я вставляю в протокол OSPF с помощью команды distribute list route map route f in. Соответственно, после этого маршруты типа 1 и 2 на маршрутизатор R1 объявляться не должны. И они туда не объявляются по команде show IP route на маршрутизаторе R1. Маршруты в частную сеть я не увижу. Однако, как оказалось, не все так просто. Если мы возвратимся к предыдущему слайду, то мы увидим, что маршрутизатор R1 также имеет два интерфейса. Интерфейс G002, который его соединяет с коммутатором Switch 1, и интерфейс G001, который его соединяет с Firewall ASA-2. И вот на этом интерфейсе стоит область, которая называется Area 0. И таким образом мой маршрутизатор R1 одновременно генерирует апдейты типа 1 и 2, но одновременно же он генерирует и апдейты типа 3. Поэтому, несмотря на то, что на самом маршрутизаторе R1 маршрутов в частную сеть не будет, а на фаерволе, к которому он подключен, эти маршруты появятся, и можно будет увидеть, что их ему объявляет как раз-таки этот маршрутизатор, на котором на самом этих маршрутов нет. Поэтому, кроме того, что я на маршрутизаторе R1 должен фильтровать маршруты 1, типа 1 и 2 с помощью маршрутных карт роуты F, я еще должен туда же поставить фильтр, который мы рассматривали на предыдущем слайде для фильтрации маршрутов типа 3 и 4. То есть area 0, фильтр, лист, префикс, привод нет. Вот только в этом случае на самом маршрутизаторе R1 и на фаерволе ASA-2 маршрутов в частной сети уже не будет. Это мне удалось определить чисто экспериментальным путем. Ни в каких материалах от компании Cisco Systems я ничего подобного не прочитал, поэтому я позволил себе вам об этом рассказать. Вот, собственно говоря, с помощью вот этих двух инструментов мне удается добиться того, чтобы мои пакеты ходили через Firewall. И если мне нужно, и возвращались также через Firewall. Если мне нужно, чтобы мои пакеты ходили мимо Firewall, то есть сразу на маршрутизатор R1 и также и возвращались, я использую те же самые инструменты, метрики маршрута и фильтрацию. Поэтому специально на этом я останавливаться не буду, просто нет времени. Если вам это интересно, то обращайтесь, я вам покажу, как это делается. Соответственно, вот это первый из способов, который позволяет вам в сетях с такой сложной топологией обеспечить симметричную маршрутизацию для IP-трафика. Второй способ, возможный, это использование механизма, который называется policy routing. В данном семинаре мы механизм policy routing рассматривать не будем. И не будем мы его рассматривать по двум причинам. Первая причина состоит в том, что механизм policy routing полностью аналогичен написанию статических маршрутов. Только эти маршруты пишутся не для сетей получателя, а для источника. И, следовательно, как и любой статический маршрут, policy routing обладает известным недостатком. Крайне плохо расширяется. То есть, если у вас изменилась сетевая топология, вам довольно сложно будет изменить правила маршрутизации с помощью механизма policy routing. Ну и вторая причина, по которой мы не будем изучать этот механизм в данном семинаре. Policy routing изучается в авторизованном курсе компании Cisco Systems Road. Приходите на этот курс, и мы с вами все изучим. Ну и теперь самое интересное. Вообще говоря, хотелось бы использовать одновременно и тот, и другой маршрут, и при этом сохранить симметричную маршрутизацию. Соответственно, когда пакеты проходят через Firewall, Firewall фильтрует частные сети, поэтому его соседний маршрутизатор, в данном случае для Firewall ASA-1 маршрутизатор R2, про частные сети ничего не знает. Но ему о них знать и не надо, потому что на Firewall все частные сети транслируются в сети публичные. А если у меня трафик идет мимо Firewall, идет сразу на маршрутизатор, то тогда маршрутизатор знает про частные сети и у него есть маршруты в частные сети. Вот хотелось бы использовать одновременно и ту, и другую таблицу. Соответственно, для этого существует специальная технология. Эта технология в свое время была разработана компанией Cisco Systems, была ей стандартизована и сейчас очень широко применяется как в сетях сервис-провайдеров, так и в сетях масштаба кампус. То есть на коммутаторах, по крайней мере на коммутаторах уровня Distribution и Core в крупных компаниях технология MPLS VRF применяется очень широко. Таким образом, следующий механизм, который мы с вами рассмотрим, это использование технологии MPLS VRF для разделения таблицы маршрутизации на две части. Вместо одной таблицы маршрутизации мы должны на маршрутизаторе получить две таблицы маршрутизации. В одной будут только публичные сети, а в другой будут только частные сети. И в зависимости от того, посылаем мы пакет на публичный адрес или на частный, маршрутизатор должен использовать либо одну, либо другую таблицу маршрутизации. Сразу вам хочу сказать, что теорию вопроса технологии MPLS мы с вами на этом семинаре изучать не будем, потому что просто не сможем и не успеем. Если кого-то интересует теория, то существует авторизованный курс, который называется MPLS, он 5-дневный. Приходите, мы с вами все подробно изучим. В данном случае мы поговорим только об общих принципах и о конфигурации механизма MPLS VRF. Значит, соответственно, с точки зрения технологии MPLS, все устройства в вашей сети можно разделить на три группы устройств. Первая группа – это так называемые P-маршрутизаторы. P-маршрутизаторы – это маршрутизаторы, которые осуществляют маршрутизацию не по IP-адресам, а по меткам. Соответственно, для того, чтобы маршрутизировать трафик по меткам, нужно выполнить две процедуры. Первая процедура. Вы должны настроить какой-то роутинг, протокол в MPLS домене для того, чтобы таблицы маршрутизации на устройствах MPLS домена создались и синхронизировались. После этого вы с помощью специального протокола присваиваете каждому созданному маршруту метку на канальном уровне и, опять-таки, с помощью динамического протокола обмена метками вы этими метками обмениваетесь и создаете таблицы маршрутизации по меткам. Вот. После этого вы получаете возможность в MPLS домене маршрутизировать трафик не по IP-адресам, а по меткам. И тогда ваша следующая задача будет состоять в том, чтобы подключить к устройствам, которые образуют MPLS домен, устройства, которые в технологии MPLS не участвуют. Ну, если у вас сеть сервис-провайдера, то эти устройства – это устройство заказчика. Если у вас кампусная сеть, то это просто устройства, которые называются CE-устройствами. Соответственно, для того, чтобы CE-устройство подключить к P-устройствам, нужно использовать пограничные устройства, то есть устройства, которые умеют маршрутизировать трафик как по меткам, так и по IP-адресам. Такие устройства называются PE-устройствами. Вот, соответственно, на слайде, который у вас перед глазами, имеется MPLS-домен, который состоит из трех маршрутизаторов R16, R1 и R2. При этом все три устройства выполняют функции PE-устройств. То есть в данном сегменте чистого P-устройства нет. Соответственно, кроме P-устройств имеются также и кроме PE-устройств имеются также и CE-устройства. Это фаерволы и коммутаторы. Преимуществом CE-устройств является то, что они вообще ничего не знают о технологии MPLS. У них нет в их программном обеспечении, не нужна поддержка технологии MPLS, не нужна поддержка VRF. То есть это устройства, которые работают с обычной маршрутизацией. Ну вот, примерно так обстоит ситуация. С точки зрения конфигурации MPLS VRF в лабораторной сети, какие задачи нам необходимо решить? Первая задача – настроить протокол маршрутизации между PE-маршрутизаторами. У нас это будет протокол OSPF, мы об этом уже договорились. И, соответственно, номер OSPF процесса будет 10, потому что 25 я использую на устройствах заказчика. После этого настроить механизм MPLS на интерфейсах PE-маршрутизаторов и проверить, что устройства установили между собой взаимоотношения по протоколу LDP. Это протокол динамического обмена метками. После этого мы должны настроить на PE-маршрутизаторах специальный инструмент, который называется VRF. С помощью этого инструмента я поделю общую таблицу маршрутизации на две или там на столько, насколько мне надо, разных таблиц маршрутизации. Следующая задача. Этот самый VRF я должен привязать к соответствующим интерфейсам маршрутизатора. Какие это интерфейсы? Это интерфейсы, которые смотрят на устройство заказчика. После этого мне на этих интерфейсах надо настроить какой-то из IGP протоколов. Какой это может быть протокол? Любой статический маршрут может быть. Протокол RIP может быть. Протокол EAGRP может быть. Протокол OSPF может быть. Протокол ISIS может быть. Протокол BGP также может быть. В нашем случае у нас в сети работает протокол OSPF. Соответственно, с номером процесса 25. Ну и поскольку у нас VRF 2, то придется еще один дополнительный процесс использовать, OSPF 30, кроме 25-го. Вот, после этого нам на PE маршрутизаторах надо этот самый OSPF настроить. После того, как мы настроили IGP протокол между нашим PE маршрутизатором и PE устройствами, и CE устройствами, то есть коммутатором и фаерволом, нам нужно, чтобы маршруты, которые объявляют протокол OSPF, были переброшены через OSPF домен. Для этого между PE маршрутизаторами нам надо будет настроить протокол EBGP, потому что EBGP позволяет переносить через, соответственно, MPLS домен маршруты, которые описываются в VRF. Ну и последнее, что нужно, нам нужно убедиться, что наш механизм работает корректно. Вот к рассмотрению этой процедуры мы с вами сейчас и приступим. Значит, конфигурация протокола OSPF выполняется на маршрутизаторах R1, R2 и R16. Соответственно, для тех, кто, может быть, с этим не сталкивался, протокол OSPF можно настраивать двумя способами. Первый способ: вы настраиваете, включаете протокол OSPF в режиме глобальной конфигурации, роутер OSPF 10. Указываете идентификатор данного маршрутизатора, роутер ID 181.1.16. В данном случае идентификатор маршрутизатора может быть абсолютно любой. К нему предъявляется только одно единственное требование. В OSPF-домене он должен быть уникальным. Вот, поэтому вы можете использовать любой IP-адрес, даже выдуманный из головы. Ну и, соответственно, на каждом из наших маршрутизаторов в MPLS-домене должен быть loopback 0 интерфейс. Loopback 0 интерфейс технологии MPLS используется для того, чтобы терминировать на этот интерфейс LDP сессии. Поэтому мы создаем loopback интерфейс с префиксом 32, адрес его будет 181.1.x. где X – это номер соответствующего маршрутизатора. Соответственно, коль скоро интерфейс loopback – это логический интерфейс, на нем соседей явно нет, поэтому команда passive interface loopback 0 позволит нам не посылать hello пакеты на этот интерфейс loopback 0, поскольку там нет соседей. И после этого вы можете конфигурить протокол OSPF двумя способами – старым и новым. Старый способ: в протоколе OSPF с помощью команды Network объявлять сети, к которым принадлежат ваши connected интерфейсы. Это не очень удобный способ, потому что вы должны знать IP-адреса, для этого их надо смотреть, поэтому есть более простой способ. Вы можете на интерфейсе дать команду IP OSPF 25 и указать номер области, в которой находится данный интерфейс. Вот у меня конфигурация протокола OSPF выполнена таким способом. Интерфейс loopback 0, IP OSPF 25 area 0, интерфейс G001, IP OSPF 25 area 0. Ну и так далее. Ну, в данном случае здесь опять-таки опечатка. OSPF процесс не 25, а 10. Просто я со старой конфигурации все это взял. На самом деле OSPF 10. Вот, после этого между интерфейсами маршрутизаторов завяжутся взаимоотношения, adjacency, построятся таблицы маршрутизации, и наш MPLS домен, собственно говоря, будет готов к тому, чтобы сконфигурировать на нем уже технологию MPLS. На этом слайде показано, как конфигурируется технология MPLS. Вы на интерфейсе даете команду MPLS IP. Вторая команда, которая здесь показана на интерфейсе, MPLS Label Protocol LDP, можно ее давать на интерфейсе, а можно ее один раз дать в режиме глобальной конфигурации, тогда на интерфейсах ее давать будет не надо. Ну, в данном случае у меня показано использование этой команды на интерфейсе. Вообще говоря, удобнее ее дать глобально. После этого ваши маршрутизаторы R16, R1 и R2 должны завязать взаимоотношения по протоколу LDP. И, соответственно, это необходимо проверить с помощью команды show MPLS LDP neighbor. Вы должны увидеть всех своих соседей. Поскольку у нас технология Hub and Spoke, где хабом, звездой, центром выступает маршрутизатор R16, а R1 и R2 это спицы, то, соответственно, на маршрутизаторе R1 по команде show MPLS LDP neighbor я вижу только одного neighbor, звезду, маршрутизатор R16. А на маршрутизаторе R16 я должен видеть все спицы, я его здесь не показал, просто потому что у него очень много соседей и изображение в презентации будет слишком мелкое. Вот, на самом деле видно, что все работает, и, соответственно, по технологии MPLS, по протоколу LDP, adjacency между маршрутизаторами, между PE-маршрутизаторами завязались. А это означает, что построились LDP-таблицы. Опять-таки, я их здесь не показываю, потому что они очень большие. Вот. После этого следующая наша задача – создать VRF, спланировать и создать их. Соответственно, у меня в моей лабораторной сети, если вы посмотрите на первую картинку, в которой показана эта лабораторная сеть, то оттуда легко видно, что мне нужно 3 виртуальные частные сети. Первую я назвал паблик. Это сеть, которая состоит из транслированных фаерволом адресов. Вторая сеть это привод, которая состоит из нетранслированных адресов частных. И третья сеть, это я ее назвал серверс. В эту сеть должны включаться как частные адреса, так и публичные адреса. Механизм VRF позволяет это сделать. Он состоит из 2 элементов. Из роута дистингвишера, который называется RD, и из так называемых роута таргетов. Вот благодаря роута таргетам я могу в один VRF включать другие VRF, что здесь и сделано. В VRF серверс включены VRF привод и VRF паблик. Таким образом, таблица маршрутизации VRF серверс должна включать обе таблицы маршрутизации, и VRF паблик, и VRF привод. Как они конфигурятся, показано на этом слайде. Механизм Route Target Import позволяет импортировать чужую таблицу маршрутизации. Механизм Route Target Export позволяет на экспорт объявлять свою собственную таблицу маршрутизации. Ну вот, собственно говоря, на маршрутизаторе R1, R2 и R16 я должен сконфигурить эти VRF. На этом слайде приведена только конфигурация R1 и R16, потому что конфигурация R2 полностью повторяет конфигурацию R1. Следующая задача – привязать эти самые созданные VRF к интерфейсам. Для этого я должен зайти на соответствующий интерфейс и написать на нем команду IP VRF forwarding и указать имя этого VRF. В данном случае к интерфейсу G001 у меня будет привязан VRF Public, к интерфейсу G002 будет привязан VRF Private. Обращаю ваше внимание на следующее. Как только вы на интерфейсе даете команду IP VRF Forwarding Public, с интерфейса программное обеспечение сносит все, что относится к IP-адресации. В частности, будет удален IP-адрес. Вы об этом получите лог-месседж. Вот он перед вами на слайде представлен. Интерфейс гигабит Ethernet 001, IPv4 Disabled и адресная информация с этого интерфейса удалена. Поэтому после этого вы должны снова на интерфейс ввести IP-адрес. Он там был, но он удалился, поэтому его приходится вводить заново. На маршрутизаторе R16 на интерфейсе G01 я ввожу IPVRF Forwarding Servers. В данном случае у меня на интерфейсе операционная система маршрутизатора не потребовала заново вводить IP-адрес, просто потому, что у меня на этом интерфейсе изначально IP-адреса не было. Я вначале ввел VRF, а только после этого IP-адрес. А иначе все бы повторилось так, как показано вот здесь. После того, как я привязал свои созданные VRF к интерфейсам, мне нужно опять-таки настроить динамический протокол маршрутизации между PE роутером, в данном случае это R2, и двумя CE устройствами. Это Firewall ASA-1 и коммутатор Switch 2. Значит, мы договорились, что работать у нас также здесь будет протокол OSPF. Как он настраивается в VRF? Это показано на вот этом слайде. Роутер OSPF 25 и я добавляю VRF Public. И попадаю в конфигурацию этого роутера с VRF. Ввожу ему роутер ID, поскольку у меня уже, я вам говорил, что роутер ID это любой IP-адрес. Но это маршрутизатор R2, роутер ID 222, у него уже используется в протоколе OSPF с процессом 10. Поэтому для процесса 25 я выбрал, соответственно, роутер ID 32 и 42. В процессе 25 это будет 32, в процессе 30 это будет 42. Вот. Соответственно, роутер OSPF 25 VRF Public, роутер ID 32, 32, 32, 32. Следующее, что я должен ввести в конфигурацию протокола OSPF, это редистрибутировать в протокол OSPF маршруты из протокола BGP. Протокол BGP мы еще не настраивали, мы его настроим чуть позже. Соответственно, редистрибьют BGP 65000, это номер автономной системы, в которой будет работать наш протокол BGP. Соответственно, указываю метрик тайп, метрику и обязательная команда сам нет. Вот, собственно говоря, полная процедура редистрибуции. Все остальное настраивается на интерфейсе. Захожу на интерфейс гигабита Ethernet 001. Этот интерфейс у меня принадлежит к VRF Public. И пишу на нем IP OSPF 25 Area 0. После этого создаю следующий OSPF процесс, роутер OSPF 30 VRF Private, роутер ID 42, 42, 42, 42 и опять-таки редистрибьют BGP 65000, метрик type 1, метрик 1000 и сомнец. Захожу на интерфейс гигабита Ethernet 002, который у меня привязан к VRF Private и даю на нем команду IP OSPF 30 Area 2. Больше ничего на маршрутизаторе с точки зрения OSPF мне конфигурить не нужно. Поскольку на Firewall ASA-1 и на коммутаторе Switch 2 протокол OSPF 25 уже был настроен, после этого у меня между маршрутизатором R2, Firewall ASA-1 и коммутатором Switch 2 должны завязаться взаимоотношения по протоколу OSPF. Соответственно, проверить это можно с помощью команды show IP OSPF neighbor. И для того, чтобы проще вам разобраться, желательно к команде show IP interface IP OSPF neighbor добавить еще интерфейс, через который вы хотите этого neighbor увидеть. Show IP OSPF neighbor G001. Я вижу, что у меня есть neighbor 11.11.11.11. Это firewall. Соответственно, show IP OSPF neighbor G002. Я вижу другого neighbor, у которого роутер ID 181.1.22. Это коммутатор. Таким образом, оба neighbor у меня есть после того, как я корректно настроил протокол OSPF в VRF Public и в VRF Private. Соответственно, если у меня есть нейборы, то у меня от этих нейборов должны быть и маршруты. Посмотреть на таблицы маршрутизации можно с помощью команды show IP route VRF public OSPF. И я вижу, что мне мой сосед Firewall через интерфейс гигабит Ethernet 001 объявляет маршрут 181.1.21. Никаких других маршрутов он мне не объявляет, потому что все остальные маршруты Firewall фильтруются. Мы их сами отфильтровали. Соответственно, show IP route VRF Private OSPF я вижу уже гораздо больше маршрутов. Это частные маршруты, которые мне объявляет коммутатор через интерфейс G002. Таким образом, мой EGP протокол в VRF работает корректно. Можно сделать такое заключение. И последняя задача, которую я должен решить, это сконфигурировать интерьер Border Gateway Protocol и BGP протокол для того, чтобы между моими VRF-ами происходил обмен маршрутами через MPLS домен. Опять-таки, теорию вопроса относительно конфигурации протокола BGP мы с вами в этом семинаре изучить никак не сможем. Если вам это интересно, то существует 5-дневный курс по протоколу BGP. И, как я уже говорил, существует 5-дневный курс по технологии MPLS. И в том, и в другом протокол BGP изучается достаточно подробно. Лучше, конечно, изучается он в курсе BGP. Вот. Поэтому здесь я только расскажу, что нужно сконфигурировать. Соответственно, в режиме глобальной конфигурации включаем протокол BGP с номером автономной системы 65000. В режиме конфигурации этого протокола указываем BGP роутер ID, указываем адрес соседа и номер автономной системы, в которой находится сосед. Поскольку мы конфигурируем протокол EBGP, то сосед должен находиться в том же номере автономной системы, что и мой маршрутизатор. Иначе EBGP не получится. И после этого мы должны указать интерфейс, с которого будут посылаться служебные пакеты протокола EBGP для того, чтобы два соседа между собой установили взаимоотношения. Вот это все, что конфигурится в режиме конфигурации протокола BGP. После этого мы должны зайти в адрес Family. Таким образом, мы не просто протокол EBGP конфигурим, мы конфигурим EBGP-MP, MP-EBGP, EBGP, вот так вот правильно его назвать. Мы должны зайти в адрес Family VPN V4 и в этой адрес Family соседа, которого мы сконфигурировали в протоколе EBGP активировать. После этого мы в этой же адрес family должны прописать атрибуты соседа, такие как nexthop атрибут, community атрибут и, соответственно, route reflector client, но этот атрибут устанавливается только на рефлекторе. На клиентах он не устанавливается. После этого мы из этой адрес family должны уйти. После этого мы должны зайти в другую адрес family, в адрес family IPv4 VRF public. И в этой адрес family написать redistribute OSPF 25. То есть мы в эту адрес family должны редистрибутировать маршруты из протокола OSPF. После этого мы отсюда должны уйти, зайти в другую адрес family IPv4 VRF Private, и там туда также редистрибутировать маршруты из протокола OSPF. Соответственно, такие конфигурации мы выполняем на маршрутизаторах R1 и R2. На маршрутизаторах R16 у меня никакого OSPF соседа в VRF серверс нету. У меня к этому интерфейсу подключены непосредственно сервера и, собственно, доступ в интернет. Поэтому здесь я должен написать статический маршрут в VRF Servers. И этот статический маршрут объявить в протокол BGP. Вот, собственно, и вся разница. Пример конфигурации для маршрутизатора R1. Роутер BGP 65000. BGP роутер ID 180.1.1.1, Neighbor 180.1.1.16, ремонт AS 65000, Neighbor 180.1.1.16, Update Source, Loopback 0. То есть апдейты я буду посылать с Loopback 0 интерфейса. Ну, Soft Reconfiguration Inbound, можно опустить эту команду, она на конфигурации не влияет. После этого заходим в адрес Family VPN V4, и активируем этого нейбора. Нейбор 180.1.1.16 Activate. Следующая команда, без которой наша схема работать не будет. Neighbor 180.1.1.16 Send Community Buff. Вот эта команда обязательна. Потому что атрибут, с помощью атрибута Community, причем не просто Community, а Extended Community, переносятся маршруты из протокола OSPF через MPLS домен. Поэтому команда Send Community Buff одновременно включает и Standard Community, и Extended Community. Нам нужна Extended, но Standard тоже не помешает. Следующая команда 181.1.16 Next Hop Self. Эта команда обязательно в EBGP протоколе. А зачем она нужна, изучается в курсе Road или в курсе BGP. К MPLS она отношения не имеет. После этого мы из адрес Family VPN V4 уходим, заходим в адрес Family IP V4 VRF Private и редистрибутируем туда протокол OSPF с номером 30. Уходим, заходим в адрес Family IP V4 VRF Public и редистрибутируем туда маршруты из OSPF с номером процесса 25. Вот, собственно, и вся конфигурация. На маршрутизаторе R16 все это будет выглядеть примерно так же, только соседа у меня будет не 1, а 2, 181.1.1 и 181.1.2. И, соответственно, редистрибутировать я буду не OSPF маршруты, а буду две сети редистрибутировать. Статические маршруты и connected маршрут для того, чтобы мои маршрутизаторы знали адрес в VLAN 100. Опять-таки, как и в протоколе OSPF, поскольку я редистрибутирую не просто статический маршрут, а статический маршрут по умолчанию. Для того, чтобы он редистрибутировался, нужна команда Default Information Originate. Вот все, что касается конфигурации. После этого проверяем по протоколу BGP, установились ли соседские взаимоотношения. Команда show IP BGP VPN v4 all summary. И я вижу, что мой маршрутизатор R16 имеет двух соседей 181.1.1 и 181.1.2. Никаких проблем здесь нет, соседские взаимоотношения установились успешно. Следующее. Я должен посмотреть BGP таблицу. Соответственно, это делается с помощью команды show IP BGP VPN v4 VRF public. Я вижу BGP таблицу для VRF public. Аналогично я могу посмотреть BGP таблицу для VRF private. Show IP BGP VPN v4 VRF private. О подробностях этой таблицы я опять-таки в данном вебинаре распространяться не буду. В курсе Road приходите, я вам все расскажу. Ну а в курсе BGP это будет еще подробнее. Вот. Важно то, что все маршруты в BGP таблицах маршрутизаторов есть. Следующее, что я должен увидеть, я должен эти маршруты увидеть в таблице маршрутизации. Почему? Потому что с BGP таблицей работает протокол BGP, а маршрутизацией на маршрутизаторах занимается протокол IP. А протокол IP, кроме как с таблицей маршрутизации, ни с какими другими таблицами не работает. Поэтому show IP router VRF Public BGP. Вот я увидел таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1, вернее ту ее часть, которая относится к протоколу BGP. Show IP Route VRF Private BGP я увидел другую таблицу маршрутизации. То есть вместо одной таблицы маршрутизации у меня теперь две таблицы маршрутизации. То есть то, чего я и добивался. Ну и, наконец, самое последнее, наличие connectivity проверяется с помощью команды trace. В данном случае я посылаю trace с коммутатора, причем с того его интерфейса, к которому подключен компьютер. И посылаю trace на адрес другого компьютера. И, соответственно, вижу, что мой trace проходит успешно. При этом, если вы посмотрите, то вы увидите, что таргет-адрес – это адрес публичный. Таким образом, я проверяю путь через Firewall. И точно так же я могу проверить трейс мимо Firewall. В данном случае у меня таргет-адрес будет 10.1.1.6, ну а source-адрес, соответственно, тот же самый. И, как видите, пакеты также идут. То есть, таким образом у меня работает одновременно и тот путь, и другой путь. Без всякой фильтрации, без всяких проблем, с которыми мы столкнулись в первой части нашей презентации. Вот, собственно, все, что я хотел вам рассказать.